пятницу американская валюта подорожала на 0,3% к евро после публикации стат данных, повысивших ожидания дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Экономисты, однако, отмечают, что торговые споры оказывают давление на американскую валюту, так как введенные США пошлины не соответствуют правилам, действующим во всем мире. В связи с торговыми спорами США с другими странами мира, американская валюта находится под давлением. С технической точки зрения мы наблюдаем нисходящую тенденцию, а также, используя инструмент Fibonacci Retracement, наблюдаем разворот от уровня 23,6. На сегодняшний день всем трейдерам и инвесторам рекомендуется заключение сделок на продажу с дальнейшей фиксацией прибыли около 50 пунктов.